Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Смотреть матч вместе с вами сегодня буду я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. На ваших экранах итальянский футбол, смотрим серию А. Очень большие ожидания от этого матча. Как тебе атмосфера на трибунах, Георгий? Болельщики в очередной раз постарались и заполнили стадион. Как он работает с мячом, всех обыграл. И счет открыт. Увидели мы все-таки быстрый гол. И это очень серьезное преимущество уже в самом начале игры. Но это, как говорится, зачем такому солисту оркестр? Ему нужна только публика. Аплодируем голу. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Эрнандес. Никола Барелла. Никола Барелла. Отличный момент у него. И спасает вратарь свою команду. А ведь этот парень уже забивал сегодня, кстати, мог и дубль сделать. В центр штрафной пошла подача. Мяч успешно выбит. И открывается партнер под атаку. Чалхануглу. Арабить! Какое шикарное спасение! Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок. И взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Такое ощущение, что он сам готов пойти и забить этот мяч. Но ничего, команда все еще выигрывает. И возможности отличиться еще будут. На линии ворот прямо мяч отбил. И еще один угловой будет. Идет в штрафную мяч. Выносит мяч из штрафной. Ничего опасного. Это Лукас Эрнандес. Отличный перехват, и он заканчивает атаку. Федерико Ди Марко. Нельзя здесь мяч терять никак. Надежно два горя сыграл, будет аут. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Бенджамин Павар. Лукас Эрнандес. Барелла. Ди Марко. Диа. Судья показывает, что момент с нарушением. Можно бить! Великолепное спасение Яна Зоммера. С очень близкой дистанции был удар. Вернейший момент для гола, но вратарь круче всех сыграл. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Отличный вынос. Отлично сыгран. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Мяч потерян, теперь он у соперника. Никола Барелла. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Это офсайд, слишком рано был сделан пас. Нужно было совсем немного подождать перед тем, как отдавать передачу, и тогда могло что-то получиться интересное.
Они здорово идут вперед. Есть как продолжить атаку. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. Барелла. Хакан Чалханоглу. С мячом Рис Джеймс. Лаутаро Мартинес. Лаутаро с мячом. Как играет вратарь. Штанга спасает, но игра продолжается. Есть гол. Даже такая игра вратаря не смогла спасти команду от пропущенного мяча. Еще раз смотрим этот гол. Здорово исполнил, ничего не скажешь. Но вратаря я винить не берусь. На 100% сыграно. Хорошо ставил с первым ударом, а вот с отскоком просто не повезло. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Штрафный удар последует за этим нарушением. Судья сегодня неумолима. Опасно это может быть. И после этого гола игра принимает новый оборот. Разница в счете сокращена до минимума. И в оставшееся время этот минимум они постараются ликвидировать. Шикарный пас. Любимый прием многих игроков. Откатил немного назад и отдал передачу. После такого паса сложнее было не забить. Так что без проблем мяч зашел в створ ворот. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Ди Марко. Лаутаро Мартинес. Лаутаро с мячом. Может быть интересно. В игре вратарь. Подали мяч с углового, а в центр штрафной. Все просто. Вынос. Никола Барелла. Мартинес с мячом. Классно защита с этой ситуацией справилась. Разрядили обстановку. Две минуты добавлено к основному времени. Антонио Кондрево. Вратарь играет надежно и добирается до мяча. Отличное спасение голкипера. Справился даже под прессингом. И все, на этом первый тайм закончен. Интер пока впереди. Отличный первый тайм провела самая результативная команда лиги. Они смогли очень удачно сыграть у чужих ворот и на перерыв ушли с минимальным перевесом в счете. Начинается второй тайм. Интер владеет преимуществом. Он впереди на один мяч. Лаутаро Мартинес. Может, из этого что-то получится. Момент для удара. Мяч в воротах. И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Ну что, хорошим мы увидели гол, красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок, но он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Тем временем у нас 3-1. Сане. Лаутаро с мячом. Офсайд сигнализирует боковой. Мяч потерян, надо перестраиваться. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Ян Сомер без проблем справляется с ударом.
Есть варианты для развития контратаки. Нужно играть быстрее. Но все еще есть варианты для продолжения атаки. Не получилась эта контратака. Потеряли они мяч. Мяч потерян, теперь он у соперника. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Хорошо, он идет вперед. Момент отличный сейчас для удара. Мяч в воротах, уже не в первый раз сегодня. Если такая игра продолжится, то и не в последний. Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Лаутаро Мартинес. Пробить бы. Очень хорошо вратарь играет. Угловой будет в пользу Интера. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Никола Варелла. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Бенджамен Павар. Есть удар! Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. Атака прервалась на подступах к штрафной. В очередной раз нам показывают подтверждение превосходства одной команды на другой. Статистика красноречива, и очень хорошо видно, что, скорее всего, сопернику не удастся сегодня отыграться. Они по многим параметрам уступают. А вот и момент. И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены. Повторяет нам гол. Отличный, сильный и точный удар под перекладину. Вратарь тут остался не у дел.5-1. Преимущество в 4 мяча. Огромное преимущество. Отдает мяч точно сопернику. Санчес. Гол! Они не успокаиваются и отправляют в ворота еще один мяч. Невероятная игра нападения. Повторяют нам гол. Очень классно исполнено. Такую девятку не вытащат и два голкипера. Оценят 6-1. 5 голов преимущества. Ну как такое отыграть? 15 минут до конца основного времени матча. И пробил! Мяч вратаря, никаких проблем. Алексис Санчес. Хорош он в отборе. Мяч в аут уходит. Замена у нас. Рис Джеймс. Маркюс Тюрам с мячом. Пас на Алексиса Санчеса. Кондрева.
И теперь с мячом будет соперник. Рис Джеймс. И открывается партнер под атаку. Никола Барелла. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Так ни к чему этот момент и не привел. Мяч у соперника. А вот сейчас может быть опасно. И что это? Гол! Все грамотно в этом эпизоде сделал нападающий. Пошел в обыгрыш один в один с защитником и не оставил тому никаких шансов. Счет на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Антонио Кандре. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Барелла. С мячом Маркус Тюрам. Хуан Куадрадо. И все, больше времени в этом матче не осталось. Интер одерживает победу. Победу в отличном стиле мы сегодня увидели. Самая забивная команда лиги подтвердила свой статус и выиграла с очень комфортным преимуществом. В очередной раз ударно сыграв в атаке. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Liberiamo il mister. È tutto, grazie. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Thank you.
Okay, guys, we're going to wrap this up now. Thank you very much for attending. Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Что из этого выйдет, узнаете на EA TV. Выдающиеся условия для футбола сегодня созданы на Сан-Сиро, и погода под стать этим условиям. Позвольте представиться, ваши комментаторы сегодня — это Георгий Черданцев и Константин Генич. Групповой этап Лиги Чемпионов вашему вниманию в прямой трансляции на EA Sports TV. Это Интер против Бенфики. Уже во втором туре у нас матч потенциальных лидеров. Обе команды выиграли на старте турнира, и сегодня может образоваться единоличный лидер в этой группе. Интер с первых минут играет в таком составе. Ян Зоммер в воротах. Никола Барелла с первых минут сыграет с Генрихом Хитаряном в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Мартинес. Хорошо работает с мячом. Лаутаро. Гол! Команды только начали, а мяч уже побывал в воротах. Повторяю, там гол. Отлично он обыграл защитника. Гол получился замечательный под стать атаке. Пробил со средней дистанции. Он очень мощно и точно. Мы продолжаем. Перед Бенфикой теперь стоит сложная задача. Нужно отыгрываться. Бернат. И мяч в воздухе после такого выноса. И обратно они себе мяч возвращают. Лаутаро Мартинес. Бей! Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч. Алессандро Бастони. Лерой Сане. Продолжает идти вперед. Мхитарян. Отдает Лерой Сане мяч сопернику. Альдо Сари. Надо забивать и сравнивать счет. На месте голкипер. И прямо в центр штрафной мяч летит. Зоммер отражает мяч. Ничего опасного, эту атаку можно забыть. Матео Дармиа. Мяч у Бенфики. Партнеры поддерживают эту атаку. Но мяч все же переходит к сопернику.
Лаутаро. Сане. Лаутаро Мартинес получает пас. Сане. Морелло. Это мимо. Лерой Сане. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Мяч все ближе к воротам соперника. Бенфика в атаке. А мяч уже у соперника. Из-за боковой мяч будут вводить. Хорошее движение с мячом. Сравнивать нужно! Надежно играет вратарь. Хороший вынос, можно выдохнуть. Альдо Сари. Артур Кабраль. Отличный момент, как здорово здесь он сыграл. Хороший удар, чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил, бил с лету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Матео Дармиан. Мы все ближе к свистку на перерыв. Пока что игра складывается в пользу хозяев. Они ведут с минимальным преимуществом в счете. Единственный гол в первом тайме на их счету. Все было сделано здорово. Нам даже несколько раз повторили этот момент. Но впереди еще половина матча, так что преимущество им нужно увеличивать. И ни в коем случае не расслабляться. Матео Дармиан. Атака прервана, это потеря. Совсем мало времени добавлено, 1 минута. Командам пора на перерыв, первый тайм завершен. Стартует второй тайм. Интер начинает его в роли лидера. Он впереди на 1 мяч. Потерял он мяч, но кому он достанется? Такие подкаты в штрафной всегда опасны, но на этот раз обошлось. Лаутаро Мартинес. И пойдет он дальше сейчас. Опять он отличился во второй раз в этой игре. Какой потрясающий дриблинг, настоящий виртуоз. Обошел защиту и легко обыграл вратаря. У
У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Кюксю. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Разве его остановишь? Мяч в центр штрафной летит. Удар головой, и вратарь играет здорово. И сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Интер без мяча остается. Это Артур Кабрал. Хороший блок, мяч не проходит дальше. Дамфрис. Игроки Интера развивают свою атаку до штрафной недалеко. Генрих Мхитарян. И удар должен последовать. Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. Не удержать его. Защита абсолютно не понимает, как с ним играть. Смотрим повтор гола. Откровенно растерялась здесь защита. Было время, чтобы среагировать, но не разобрались игроки, кому и кого здесь страховать. И в итоге сами себе привезли. Пошли последние полчаса игры. Альдо Сари. Чисто отобран мяч. Хакан Чалханоглу. Дензел Дамфрис с мячом. Федерико Ди Марко. Есть куда на фланге пройти. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Ди Мари. Время для хорошей контратаки. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Классно играет вратарь. Замена в составе Бенфики. Тренер меняет состав. Анхель Ди Мария. Где же удар? Прекрасный гол! И повторяют нам гол. Да, пробили все-таки голкипера. Ну а сколько можно в одиночку тащить игру? Я бы в первую очередь высказывал претензии обороне. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 счет. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. 20 минут осталось играть. Кюксю. Продолжает идти вперед. И, к сожалению, мяч потерян. Федерико Ди Марко. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Лаутаро. Гол! Теперь у них преимущество в 3 гола. И это уже почти победа. Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Анхель Ди Мари. И мяч перехвачен. Интер идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Подача в штрафную. Отличный вынос. Атака затянулась, все может решить один пас. Забивать нужно! Ну, это просто супер вратарь! С
Соперник будет с мячом. Не получилось его сохранить. Возможно, ситуация тянула на предупреждение, но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный, на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команды посадил на свисток. Есть варианты для развития контратаки. Нужно играть быстрее. Назад нужно вернуться. Хорошо, вратарь, игра. У Бенфики замена. Как теперь будет играть команда? Entra con il numero 61 Florentino Luis. Подали мяч с углового в центр штрафной. Удар головой, и вратарь на месте. Да, он прекрасно видел момент удара и не сплоховал. Пошла подача. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Все правильно. Выбит мяч из штрафной. Надо пробить. И мяч в воротах. Разница плюс 4 в их пользу. Соперники обескуражены. Можно сказать, что привело к такой ошибке. Может быть, на повторе будет лучше видно. Не смог он вынести мяч, и тот вместо того, чтобы покинуть опасную зону, оказался у соперника. А тот, конечно, таким подарком с лихвой воспользовался. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам. Есть хороший адрес для передач. Атака прервалась на подступах к штрафной. Пересек мяч боковую линию. Судья добавляет 3 минуты к основному времени тайма. Франческо Ачерби. Дензел Дамфрис с мячом. Дензел Дамфрис. Маркус Тюрам с мячом. И этот матч завершен. Интер одерживает победу. Они берут 6 очков из 6 возможных и делают серьезную заявку на лидерство в группе. Впереди третий матч, после которого можно будет точно сказать, кто здесь хозяин. Он сегодня провел выдающийся матч. Нет слов, чтобы описать эту игру сегодня. Ладно, только одно. Феноменально. Just a couple of questions for you. That'll be all, thank you.
Внимательно будем следить за Мартинесом сегодня. 4 гола он забил в прошлом матче. Фантастический результат. Узнаем в прямом эфире на EA TV. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Как всегда, сегодня с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Прямой трансляции на ваших экранах. Итальянский футбол высшего уровня. Это Интер против Болоньи. Здорово, что мы снова на футболе. Я не вижу свободных мест на трибунах. Команды будут играть в потрясающей атмосфере. Посмотрим на состав Интера. Состав гостевой команды. Явно не получился тут подкат. Что скажет судья на это? Уже в самом начале матча судья показывает желтую карточку. Дальше нужно быть аккуратнее. Не думаю, что стоит ждать какого-то смягчения со стороны судьи. Если будет надо, то и вторая желтая появится в руке. Никола Барелла. И бьет! Это было опасно. Удар получился плотным, но немного неточным. Досадно, досадно тренеру, что вперед выйти не удалось. Но он подбадривает своих игроков. Как неудачно играет вратарь. Рис Джеймс. Тут его накрывают. Он отобрал мяч и не дал сопернику пройти дальше. Мяч у футболистов Интера. Посмотрим, что будет дальше. Отличный момент есть. Гол уже в начале матча. Они открывают счет. И теперь слово за соперником. Всю свою силу, похоже, он в этот удар вложил. Очень мощно по мячу зарядил и отправил его точненько в ворота. У голкипера не было никаких шансов. Не берущийся удар. Один ноль в нашей игре. Лаутаро Мартинес. Мяч в штрафной. Гол! И еще один мяч в воротах. Просто рвут и мечут они сегодня у чужих ворот. Отличная техника у него. На повторе видно, как он здорово обманул соперника и отдал пас. И ворота бил он уже с близкого расстояния. Так что мяч точно в створ. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Разрядил он обстановку сейчас. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Интересно, какое продолжение для этой... И это момент! Гол! Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Теперь владение переходит к ним. Отличная игра в отборе. Лаутаро. Мартинес с мячом. Вратарь отбивает удар. За лицевой мяч оказался, а мог бы за линией ворот. Давайте еще раз посмотрим, как был забит этот гол.
Никола Барелла. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Я вообще не думаю, что нужно бить со столь дальней дистанции. Просто и надежно играет вратарь. Удар не опасный получился. Лерой Сане. Хорошо двигается с мячом. Вот так он уходит с фланга. Здорово играет вратарь. Он подает в центр штрафной. Отличный вынос. Есть удар. Хороший прессинг соперник показывает. Лаутаро Мартинес. И вот момент. Классный отбор. Можно играть. Мартинес с мячом. Гол! Разница увеличилась до 4 мячей. По всем статьям громят соперника. Повторяет нам гол. Очень неудачно в этом эпизоде сыграл защитник. Потерял он позицию, и это стало решающим моментом. Двойная замена будет у Интера. Первый тайм еще не окончен, а судьба матча уже решена, как в 2014 году в полуфинале Бразилии-Германии. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Судья показывает, что момент с нарушением не остался незамеченным, но можно продолжить игру. Есть хороший адрес для передачи. И ничего здесь опасного не получается создать. Лерой Сане. Никола Барелла. А вот это уже здорово. Не дает пробить. И хороший отбор. Барелла. Сане. Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч. Итак, первая половина игры позади. Ждем продолжения матча. Нужно отметить этого игрока. Он отлично сегодня выступает. Классный матч пока что получается. Посмотри на тепловую карту касаний. Все очень хорошо для этого игрока. И это я еще не сказал о голевой передаче, которая уже успела случиться. Судья дает свисток к началу второго тайма на Сан-Сиро. Атака прервалась на подступах к штрафному. Барелла. И есть варианты тут. Ну, момент. Уже приготовился сказать гол, но рано, рано. Мяч, хоть и был у ворот, пошел мимо. Точно один из самых обидных промахов сегодня. Все было готово для завершения, но не всегда получается сделать то, что нужно. Марко Арнаутович.
И у соперника теперь мяч. Марко Арнаутович. Здорово играет в отборе. Никола Барелла. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Ян Зоммер. Я вот не уверен, что такой футбол нужен. Катают мяч на своей половине поля, вроде и выигрывают, но играть-то не играют в данный момент. Никола Барелла. Пас на Алексиса Санчеса. И мяч в сетке. Голевой парад во всей красе. Забивают на любой вкус и, похоже, не собираются останавливаться. Повтор гола смотрим. Удачно расположился игрок. Практически в упор был нанесен удар. И голкиперу там очень сложно было что-то сделать. Какая боль! 5-0. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Похоже, тренер считает, что нужно освежить игру. Лерой Сане выручает вратарь. Идет в штрафную мяч. Так ни к чему этот момент и не привел. Играет чуть назад. Опаснейший удар, но игрок встал на пути мяча. Вот такой отбор, соперник остается без мяча. И мяч переходит к другой команде. Уходит мяч, будет удар от ворот. Готовится сделать замену наставник команды. Лукас Эрнандес. 15 минут до конца основного времени матча. Марко Арнаутович. Санчес, будет гол! Ну, чем проще, тем лучше. Отбил от ворот подальше. Молодец, вратарь. Через пас нужно от такого прессинга уходить. Отличное оборонительное действие. Офсайд сигнализирует боковой. Еще 10 минут. Есть адрес у этой передачи. Нет, ничего не получается здесь создать.
Какой финт! Великолепно! Положение вне игры. Нужен свежий игрок. На поле будет замена. Эрнандес. Федерико Ди Марко. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Берет удар на себя. Хозяева полностью переигрывают соперников и едва ли упустят победу в оставшееся время. Кажется, в этом матче они решили проверить, сколько смогут забить. Сейчас разница в счете катастрофична для соперников, но она вполне может увеличиться за оставшееся время. Алексис Санчес. Вратаря не пробить. Центр штрафной подан мяч углового. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Скоро подача в штрафной будет с углового. Он подает в центр штрафной. Спас команду от гола. И на этом все. Последняя минута матча закончена. И остается только поздравить Интер с победой. В атаке они сыграли сегодня выше всяких похвал. Образцовый матч для нападения победителей. И кошмарные 90 минут для проигравших. Он провел хороший матч, выполнил большой объем работы и был лидером на поле. Ну, по объему работы, по объему активных действий я бы, безусловно, назвал его самым ценным игроком матча. И гол на его счету, и моментов много было создано с его участием. Сыграл он действительно классно. Siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa.
Bene, la conferenza stampa si esaurisce qui. Grazie a tutti per essere intervenuti. Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Что из этого получится, узнаете на EA TV. Добро пожаловать на футбол. Этим вечером именно он собрал нас вместе. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Итальянская серия А вашему вниманию в прямом эфире. Торино играет против Интера. Матч обещает быть сегодня очень интересным. Надеюсь, что команды покажут атакующий футбол. Уверен, он с мячом идет вперед. Марко Арнаутович. А вот сейчас может быть опасно. Таким ударом его не пробить. Подали мяч с углового в центр штрафной. И правильно, долой мяч из штрафной. И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Мяч летит в центр штрафной. Справляется вратарь, хорошо сыграл. Интер отлично играет в атаке. К этой встрече они подошли в роли самой забивной команды в лиге. Гости отлично. Только посмотри, какой момент. Вратарь уверенно забирает мяч. Дуван Сапата. Отличный пас на ход. Отлично вратарь играет. Штанга. И в очередной раз вратарь спасает. Барелла. Дензел Дамфрис с мячом. Подача в штрафную. И мяч выбит. Им удалось забрать мяч. Мяч у футболистов Интера. Посмотрим, что будет дальше. А мяч уже у соперника. Хуан Куадрадо. Матео Дармиан. Можно забивать. Есть гол. Все к этому шло. Очень сильно они прижали соперника к воротам. Да, тут другие варианты были невозможны. Будем откровенны. Всю свою силу, похоже, он в этот удар вложил, очень мощно по мячу зарядил и отправил его точненько в ворота. У голкипера не было никаких шансов. Не берущийся удар. Наш матч продолжается. Торино теперь нужно отыгрывать отставание. Санабрия. Интер – единственная итальянская команда, которая ни разу в истории не покидала высший дивизион Италии по спортивному или административному принципу. А мировая фанатская база клуба насчитывает более 250 миллионов человек. И благодаря китайским владельцам за Интер по-серьезному начинают болеть в Азии. Марко Арнаутович. Отличный момент у него.
Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Никола Барелла. Арнаутович! Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. Они уверенно продвигаются вперед. Атака должна получиться опасной. Чистый отбор, обошлось без фола. Трибуны однозначные реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. Никола Барелла. Марко Арнаутович. Флаг бокового уже поднят, так что этот гол засчитан не будет. Нет вопросов к ассистенту главного арбитра. Сейчас было сработано очень четко. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Мхитарян. Нужно бить! Отлично проявил себя защитник. Нейтрализовал он угрозу ворот. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Антонио Санабри. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. Марко Арнаутович. Гол! Он выводит свою команду вперед на два мяча. Повторяет нам забитый мяч. Ну и приложился он по мячу тут, конечно, что надо. У вратаря не было никаких шансов спасти свою команду. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Как технично он пасует на партнера. Удар. Игра продолжается. Вратарь не забрал мяч. Ничего интересного так и не получилось создать. Марко Арнаутович. Снова передача на Мхитаря. Момент для удара. Не прошел удар. Можно выдыхать. И все, на этом первый тайм закончен. Интер пока впереди. Еще один матч они сыграли в атаке так, что у соперника почти нет шансов перед вторым таймом. Лучшая атака лиги сегодня в ударе и явно вышла на матч с хорошим настроем. Думаю, во втором тайме мы увидим голы в их исполнении. Продолжается наш матч, второй тайм. Отличная игра в отборе, будет вбрасывание. Вперед он тащит мяч. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Марко Арнаутович. Как отлично он мяч перехватил. Эмиль Аудеро. Матео Дармиан. Хуан Куадрадо. Марко Арнаутович. Он вырезал пас на партнера. И вот удар. Гол! Еще одна результативная атака увеличивает разницу в счете. Теперь у них +3 на табло.
Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Санабрия. И есть куда бежать ему дальше. Гол, гол, гол! Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Тем временем у нас 3-1. Хуан Квадрат. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Линетти. Они все ближе к воротам. Это может закончиться опасным моментом. От души по мячу он приложился. Время для хорошей контратаки. Марко Арнаутович. С мячом Барелло. И есть варианты тут. И мяч залетает в ворота. Легко оторвался от защитников, обманул вратаря и отправил мяч в ворот. Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Линетти. И хороший отбор. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Основное время истекает через 20 минут. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Решил пробить. Нужно играть. Вратарь не забрал мяч. И навес чуть назад. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Свежего игрока на поле. Отлично играет в отборе. Момент! Забивай! Гол! Разница увеличилась до 4 мячей. По всем статьям громят соперник. Повторяет нам гол. Очень здорово они сыграли в прессинг. Не оставили тем шансов сопернику и смогли забить. Игра продолжается. У нас уже 5-1. Никола Влашич. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Тюрам. Без мяча остался Интер. И бьет! Без труда мяч забирает голкипер.
Интер без мяча остается. И будет аут. Замена у нас. Отбор, все чисто. Маркус Тюрам. И это должен быть гол! Нужно играть мяч не у вратаря. Надо попробовать что-то другое. Сыграли беспечно и упустили мяч. Никола Барелла. Не дает защитник нанести удар, но мяч все еще в штрафной. Классно сыграно. Влашич. И на этом наш матч закончен. Поздравляем Интер с победой. Мы ждали этого матча, много голов, и так оно и случилось. Лучшая команда лиги по забитым мячам выдала еще один отличный матч и еще больше увеличила свою разницу забитых и пропущенных мячей. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Okay, guys, thanks very much. We'll start the questions now. Thank you.
Okay, guys, we're out of time. Thanks very much for attending. Sorry if you couldn't get a question in. Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Смотрите EA TV и узнаете, получится ли у них достичь цели. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Ваши комментаторы сегодня — Георгий Черданцев и Константин Генич. Групповой этап Лиги чемпионов вашему вниманию в прямой трансляции на EA Sports TV. Это Интер против Зальцбурга. Нас ждет очень интересный. И с ударом! Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар — великолепная реакция голкипера. Интер с первых минут играет в такт. Игра продолжается, вратарь только отбивает мяч. Возможно, он спас свою команду от гола. И уже вблизи своих ворот мяч ему удается перехватить вовремя. Хорошо в прессинге играет соперник. Николас Капальдо. Про Лаутаро Мартинеса мы говорили уже очень много, но давай еще раз остановимся на этом игроке. Я думаю, тебе есть что сказать. Не сомневался, что ты скажешь именно о нем. Сомер, хорош! Решает пойти другим путем. Потенциально этот момент был очень опасным, а в итоге лишь угловой удар. Франческо Ачерби. С мячом Рис Джеймс. Гави. И теряет мяч Интер. Гурна Дуат. Здорово он играет. Лаутаро Мартинес. Они возвращают себе мяч. Лерой Сане. Лаутаро Мартинес. Удар! Мяч в сетке! Есть первый гол в сегодняшней игре. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой его исполнения. Один ноль. Сейчас будет веселее. Мяч будет введен из-за боковой. Все-таки будет штрафной. Этот арбитр, видимо, достает карточку только в самых крайних случаях. И посчитал, что в этом эпизоде достаточно провести воспитательную беседу. Знаешь, по-моему, у него все-таки была мысль достать карточку. Даже рука потянулась к карману, но в итоге обошлось. Не дает пробить. Таким ударом его не пробить. Это удар! Да, направляет он мяч совсем мимо ворот.
Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Идут они уверенно в атаку. Неплохо они с мячом играли, но сейчас доигрались и потеряли его. Это Гави. Мартинес! Отличный гол. Этот мяч укрепляет их преимущество. Сопернику будет непросто отыграться. Очень хорошо видно, как они четко в пас сыграли в этой атаке. Слаженные команды и действия. И в завершении не сплоховал. Пробил очень мощно и точно. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Николас Капальдо. Здорово уходит от соперника. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Теперь от ничьей их отделяет всего один гол. Надо собраться. Времени осталось не так много. Повторяет нам гол. Отлично он обыграл защитника. Да, каков завершающий выход 1-1. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Счет 2-1. Герой Сане. Сане. Дальнейший момент он упускает, чтобы еще больше разницу в счете увеличить. И сам он не понимает, как не забил из такой выгодной позиции. Эффективен высокий прессинг сейчас. Хорошо играет в отборе. Мяч покинул пределы поля. Аут. Теперь в атаке уже соперник будет. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Соперник забрал мяч. Хозяева хорошо смотрятся в первом тайме. Они близки к тому, чтобы идти на перерыв, ведя в счете. Они в хорошей форме, и все идет к тому, что идут на перерыв с преимуществом в один мяч. Неплохой результат получается в первом тайме. Мы уже увидели три мяча, и кто знает, может быть, увидим еще до перерыва. Лерой Сане. С мячом Рис Джеймс. Леруа Сане. Атака ни к чему не привела, ее прервал перехват. 2 минуты добавлено к основному времени. Мяч выбит, на этот раз все обошлось. Давайте немного передохнем. Судья только что завершил первый тайм. Начинается второй тайм на Сан-Сиро. Из этой атаки что-то может получиться. Команда хорошо двигает мяч. Бей же! Гол! Они забивают и удваивают свое преимущество.
Повтор гола нам показывает. Под самую перекладину пошел удар еще чуть-чуть, и мяч пошел бы лучше. И один счет. Результативный получается матч. Он накручивает соперников одного за другим. Удар просит трибуны. И есть блок. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Лаутаро Мартинес. Есть у него пространство сейчас. Выручает команду. Мяч летит в центр штрафной. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Тридцать минут играть осталось. Судья позволяет продолжить атаку. Мяч переходит к сопернику. Они близко подошли к штрафной и явно не собираются останавливать атаку. Варелла. Переклад. Но мяч в игре. Все просто. Вынос. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Никола Варелла. Варелла. Выше ворот проходит мяч, но удар был хороший. И произойдет замена. Гурна Дуат. Основное время истекает через 20 минут. Может, что-то из этого прохода получится. Даст судья за такое красное. Вот и красная карточка появляется в руке судьи, чего и следовало ожидать за фол последней надежды. Здесь или выход один на один, или оставить свою команду в меньшинстве. Игрок выбрал второй вариант. Помогает вратарю игрок. Наносит удар игрок. Классно сыграно. В центр штрафной подан мяч с углового. Здорово защитник выносит мяч. Лаутаро. Санчес. Хороший переход в атаку. Нужно продолжать.
Санчес. Лаутаро с мячом. Нужно бить! Гол! Еще один! Это разгром! Разница становится плюс 3 в их пользу по занавес матча. Смотрим еще раз этот классный индивидуальный проход, который завершился не менее классным голом. Да, в дуэли игрока с вратарем последний потерпел фиаско. Интер беспощаден к сопернику. Он впереди уже на 3 мяча и почти обеспечил себе победу. У хозяев получилось почти все из запланированного на этот матч. И они... Гол! Он еще раз использует свой момент и забивает во второй раз в этой игре. Повтор гола нам показывает очень хорошо. У него получилось обыграть защитника. И в ворота бил он уже с очень близкого расстояния. Так что тут шансов промахнуться. Не было. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит Сантос. Не было на него давления, просто мяч потерял и все. Ян Зоммер. Квадрадо. Лукас Эрнандес. Лукас Эрнандес. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Играет на партнера. Судья добавляет 3 минуты к основному времени тайма. Хорош он в отборе, будет аут. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Гурна Дуат. И все, матч закончен. Соперник Интера так ничего и не смог с ним поделать. Очень хороший матч они сегодня провели. Их классная игра в атаке не оставила шансов сопернику. Он сегодня провел выдающийся матч. Да, прекрасно он сегодня сыграл. Его дубль помог команде одержать победу. Just a couple of questions for you. Thanks very much.